повтор этого эпизода. Наконец-то проскочил Монтовани. Блин, ну что хотел сделать в этом эпизоде Диего Рико вот таким образом? Пойдя в отбор, ну просто нерепейший пенальти, совершенно никакой угрозы воротам не было. Зачем это сделал Диего Рико, не понял. Ману Гарсия, капитан Алавес, подходит к 11-метровой отметке. Два пенальти после матчевой серии этим летом Алавес не реализовал в матче с Лиганесом. Эктор и Мубарак Вакасо тогда не забили, но сейчас вот самый авторитетный футболист Алавеса Ману Гарсия подошел к мячу, очень серьезно настраивается капитан. Звучал уже свисток арбитра и не забивает. Ману Гарсия настраивался, он настраивался и отправил мяч прямо в руки Алавеса.